Делегаты из Омской области во главе с губернатором Виталием Хаценко посетили промышленные предприятия региона. В товариществе Nord Panels гостей ознакомились с работой завода по глубокой переработке древесины. А в компании «Радуга» им показали несколько фабрик по производству товаров народного потребления. Обо всем подробнее Аделия Кушекова. Новое предприятие нашего региона – завод по глубокой переработке древесины. При выходе на полную мощность там будут производить до 50 тысяч кубометров ламинированной фанеры в год. Появятся 300 новых рабочих мест. Перспективный инвестпроект открыли на территории специальной экономической зоны Кызылжар. Вложено 8 миллиардов тенге. До 2027 года мы придем к тому, что будем производить мебель из той ТСП, которая здесь производится. На 50 тысяч квадратных метров. Да, да. Но у нас здесь есть еще субзона, территория свободная, которую тоже Огусхан будет осваивать. В целом это все специальная экономическая зона, одна из субзон. Полностью все преференции предоставлены, меры господдержки, КПН, НДС и так далее, освобождение. Вокруг товарищества сформирован пояс малого и среднего бизнеса. Дополнительно в работу вовлечены около 3500 североказахстанцев. На территории специальной экономической зоны предприятия строят и партнеры из России. Челябинск, да, это Уралкран, один из таких крупнейших производителей кранов конструкции. Сегодня приступили к работам компания «Хлебпром» с Москвы, тоже на территории СС «Кызылжар». Уже работы идут, сейчас начинают сваи забивать. 37 миллиардов тенге инвестиций. Это производство донатов, хлеб длительного хранения, торты и так далее. Следующее крупное предприятие – товарищество «Радуга». На фабрике бытовой химии производят жидкое и твердое мыло, моющие средства. Часть продукции идет на российский рынок. Сколько видов продукции вы здесь производите? Ну, в районе 60. Это порядка именно твердого мыла. А также жидкое мыло, там порядка 17 наименований. Плюс моющих средств 8 наименований. Также гостям показали фабрику по производству бумажной продукции, которую открыли 2 года назад. Выпускают около 20 наименований – салфетки, бумажные полотенца, туалетная и офисная бумага. Завершили знакомство на заводе металлопластиковых изделий. Аделия Кушекова, Дамир Искендиров, служба новостей.